Агьянати Мирандасья, Агьянанджана Шалакая, Чакшарун Милитамина, Тасма и Шри Гуравей Намахай. Джаун Вишнапад Шива Бахти Бимала Вадут Махарадж Ки Джай, Джаун Вишнапад Шива Бахти Сухир Гасвами Махарадж Ки Джай, Джаун Вишнапад Шива Бахти Нирмала Чарья Махарадж Ки Джай, Джаун Вишнапад Шива Бахти Раджамат Кусудур Махарадж Ки Джай, Джаун Вишнупад Парамахамса Паривраджи Качарья Варя Штатар Шташи Шимат Бахти Сундар Говинда Дев Гасвая Махарадж Ки Джай. Джаун Вишнупад Парамахамса Паривраджи Качарья Варя Штатар Шташи Шимат Бахти Ракшакшидар Дев Гасвая Махарадж Ки Джай. Бхагаван Шива Бахти Сидан Сарасвати Такур Прабхупад Ки Джай. Джаун Вишнупад Шива Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж Ки Джай. Джаун Вишнупад Шива Бахтина Сачитананда Бахтина Такур Ки Джай, Джам Виштупад Шива Джиганатха Дас Бабаджи Махарадж Ки Джай, Ширупанам Гуру Варга Ки Джай, Намачарья Шива Харидас Такур Ки Джай, Ананта Койти Вайшнава Ринда Ки Джай, Шибаладева Видья Пхушана Ки Джай, Джай Шиштани Сарасвата Матхачарья Ринда Ки Джай, Джай Шипат Виджараман Прабу Ки Джай, Джам Виштупад Вишваренем Шивача Бахтидан Сваем Прабхупад Ки Джай, Джай Ши Гуру Парампара Ки Джай, Джай Сапарикара Ши Ши Гуру Гурам Виган Харва Гирит Хариджа Ки Джай, Джай Ши Гирираш Гвардхан Ки Джай, Джай Ши Нарисим Хадрех Прахват Махарадж Ки Джай, Ши Мати Туси Махарани Гринда Деви Ки Джай, Бахты Вринда Ки Джай, Нитай Гор Примананда Харибо. Хари Кришна, дорогие преданные, доброго дня, рады всех видеть в нашей дневной программе. Вот продолжаем изучать Шримад Бхагаватам, продолжаем читать наставления Шринарда Муни. Мы читаем сейчас о том, как Нарада Муни стал Нарада Муни. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Мы закончили на том, что странствующие вайшнавы остановились в доме матери будущего Нарада Муни, и он общался с ними, получил возможность общаться и служить им. О Висадева, по милости этих великих ведантистов, общаясь с ними, я мог слышать их рассказы о привлекательных деяниях Господа Кришны. Я внимательно слушал их, и с каждым разом мое желание слушать повествование о личности Бога все возрастало. То есть слушать о деяниях Господа, это лекарство, то, что может излечить. А наоборот, слушать Грами Катху, различные истории из этого материального мира, отделенные от удивительного Господа, это то, что обуславливает нас и ввергает нас в это. В эту материальную реальность. Метод слушания в обществе преданных особенно рекомендован для нашего века, века раздоров Кали-юга. Тасмистадалабхиручермахамате прияшраваси асхалитаматирмама яяхам этот сатасатсва майая пашемая брамани калпитам парем. О, великий мудрец, как только я почувствовал это влечение к личности Бога, я стал слушать повествование о Господе с неослабным вниманием, и по мере того, как мое влечение усиливалось, я начал осознавать, что только по невежеству отождествлял себя с грубой и тонкой оболочками, ибо и Господь, и я трансцендентны. То есть грубая и тонкая оболочка, с которой живое существо отождествляет себя. Это грубое материальное тело и тонкое тело, состоящее из ума, разума, ложного эго. О, великий мудрец, как только я почувствовал это влечение к личности Бога, я стал слушать повествование о Господе с неослабным вниманием. И по мере того, как мое влечение усиливалось, я начал осознавать, что только по невежеству отождествлял себя с грубой, тонкой оболочками, ибо и Господь, и я трансцендентный. Невежество материального бытия сравнивается с темнотой, а личность Бога во всех ведических писаниях сравнивается с солнцем. Там, где есть свет, нет места тьме. Слушание повествования об играх Господа само по себе является трансцендентным общением с Господом, поскольку нет различия между самим Господом и его трансцендентными играми.
Соприкосновение с высшим светом неизменно рассеивает любое невежество. Только по своему невежеству обусловленная душа ошибочно считает, что она сама и Господь являются порождениями материальной природы. Только по своему невежеству обусловленная душа ошибочно считает, что она сама и Господь являются порождениями материальной природы. На самом же деле и личность Бога, и живое существо трансцендентное, не имеют ничего общего с материальной природой. Когда мы избавляемся от невежества и в совершенстве осознаем, что ничего не существует вне личности Бога, мы избавляемся от неведения. Поскольку и грубые, и тонкие тела исходят из личности Бога, познание света позволяет человеку занять их служением Господу. Грубое тело нужно занимать действиями в служении Господу, например, приносить воду, мыть храм или кланяться. Это процесс арчаны, поклонения Господу в храме. И в нем грубое тело человека включается в служение Господу. Тонкий ум следует занять слушанием описаний трансцендентных игр Господа, размышлениями о них, воспеванием Его имени и так далее. Все эти действия трансцендентны. Ни одно из грубых или тонких чувств не следует занимать чем-либо иным. Такая реализация трансцендентной деятельности возможна только после многих и многих лет ученичества в преданном служении. Даже просто любовное влечение к личности Бога, которое развилось у Нарада Муни в процессе слушания, очень действенно. Везде всегда подчеркивается то, куда уходит время и энергия. И Шрила Прабхупада тоже говорит: ни одно из грубых или тонких чувств не следует занимать ничем иным, кроме как преданным служением Господа. Ядхам шарат прав ришакам рту харер вишринватоме нусавам яшомалам санкиртияманам мунибхир махатмабхир бхакти правриттатма раджаста мопаха. На протяжении двух времен года, сезона дождей и осени, я имел возможность внимать этим великим душам, мудрецам, постоянно воспевавшим чистейшую славу Господа Хари. И когда во мне забил ключ преданного служения, оболочки гун страсти и невежества спали с меня. На протяжении двух времен года, сезона дождей и осени, я имел возможность внимать этим великим душам, мудрецам, постоянно воспевавшим чистейшую славу Господа Хари. И когда во мне забил ключ преданного служения, оболочки гун страсти и невежества спали с меня. Сезоны в Индии, 6 сезонов по 2 месяца. И один из сезонов – сезон дождей и сезон осени. Склонность к трансцендентному любовному служению Верховному Господу естественна для любого живого существа. Эта естественная склонность дремлет в каждом, но из-за соприкосновения с материальной природой гуны страсти и невежества с незапамятных времен скрывают его. Если по милости Господа и великодушных преданных Господа живому существу настолько повезет, что оно повстречается с чистыми и преданными Господа и получит возможность услышать от них о чистой славе Господа, его преданное служение наверняка забьет в нем подобно ключу и потечет, как поток воды в реке. Как река несет свои воды, пока они не достигнут моря, так и чистое преданное служение благодаря общению с чистыми преданными течет, пока не достигает конечной цели трансцендентной любви к Богу. И ничего не может остановить этот поток преданного служения, который становится все сильнее и сильнее, не зная пределов. Он так могуч, что даже посторонний человек, увидев его, освобождается от влияния гун страсти и невежества. Таким образом устраняются эти два качества природы, и живое существо освобождается, возвращаясь в свое изначальное положение. Тасейваме нурактася, прашиттася, хатайнасага, шатхадханасе, баласья, дантасяну, чарасеча. Я был очень привязан к этим мудрецам. Я вел себя смиренно, и служение им уничтожило все мои грехи.
В глубине сердца я непоколебимо верил в них, обуздав чувства, я телом и умом строго следовал их указаниям. Я был очень привязан к этим мудрецам. Я вел себя смиренно, и служение им уничтожило все мои грехи. В глубине сердца я непоколебимо верил в них, обуздав чувства, я телом и умом строго следовал их указаниям. Здесь перечислено качество вероятного кандидата, обладая которыми он может рассчитывать подняться до уровня кристально чистого преданного. Такой кандидат всегда должен искать общение с чистыми преданными. Не следует позволять псевдопреданным вводить в себя в заблуждение. Чтобы получить наставление чистого преданного, человек должен быть прост и кроток. Чистый преданный – это душа, полностью предавшаяся личности Бога. Он понимает, что личность Бога – верховный владыка, а все остальные – его слуги. И только общение с чистыми преданными может избавить человека от всех грехов, накопленных им за время мирского общения. Преданный неофит должен верно служить чистому преданному, быть очень послушным и строго следовать его наставлениям. Таковы признаки преданного, родившего уже в этой жизни. Таковы признаки преданного, решившего уже в этой жизни добиться успеха. Янам гух ятам яттат сакшат бхагавато дитам анвоченга мишиянта крипая динаватсала. Перед уходом эти бхакта-вацлы, милосердные к бедным душам, поведали мне самое сокровенное знание, которому учит сама личность Бога. Чистый ведантист или бхакти-веданта дает наставление своим последователям в строгом соответствии с наставлениями самого Господа. Верховный Господь и в Бхагавад-гите, и в других писаниях учит людей следовать только Ему и никому больше. Господь является создателем, хранителем и разрушителем всего сущего. Все проявленное творение существует по его воле, и по его же воле этот спектакль заканчивается. А он остается в своей вечной обители со всеми своими атрибутами. Он находился там перед сотворением и останется после уничтожения. Таким образом, он не есть одно из сотворенных существ. Он трансцендентен. В Бхагавад-гите Господь говорит, что задолго до того, как он поведал это учение Арджуне, эти же наставления он давал Богу Солнца. Но со временем учение из-за неправильного обращения с ним было утрачено, и поэтому оно было вновь изложено Арджуне, так как Арджуна был совершенным преданным и другом Господа. Следовательно, учение Господа не может быть понято никем другим, кроме преданного. Имперсоналист, не имеющий представления о трансцендентной форме Господа, не способен понять его самое сокровенное послание. Особого внимания здесь заслуживает слова «самое сокровенное», потому что наука о преданном служении гораздо выше знания о безличном брамане. Слово «гьянанам» относится к обычному знанию или к любой области знания. Оно углубляется вплоть до познания безличного брамана. Когда же углубляясь далее, оно частично смешивается с преданностью, то трансформируется в осознание параматмы или всепривлекающего Бога. Это знание более сокровенно, но когда оно превращается в чистое преданное служение, и человек получает доступ к сокровенному трансцендентному знанию, оно называется самым сокровенным знанием. Это самое сокровенное знание Господь открыл Браме, Арджуне, Удаве и другим. Янаевахам Бхагавато Васудевася Ведхаса Маяну Бхавана Видам Янагачхати Татпадам. С помощью этого сокровенного знания мне стало ясно, как действует энергия Господа Шри Кришны, Создателя, Хранителя и Разрушителя всего сущего. Познав это, человек может вернуться к Нему и лично увидеться с Ним. Через преданное служение, то есть с помощью самого сокровенного знания, человек может очень легко понять, как действуют различные энергии Господа. Одна часть его энергии проявляет материальный мир, другая – высшая, духовный.
Промежуточная энергия проявляет живые существа, которые служат одной из упомянутых энергий. Живые существа, занятые служением материальной энергии, ведут тяжелую борьбу за существование и счастье, которое преподносится им как иллюзия. Но живые существа, пребывающие в духовной энергии, заняты непосредственным служением Господу и живут вечно в полном знании и постоянном блаженстве. Господь хочет, как Он прямо говорит в Бхагавад-гите, чтобы все обусловленные души, прозябающие в царстве материальной энергии, вернулись к Нему, оставив все, чем были заняты в материальном мире. Это самая сокровенная часть всего знания, но понять ее способны только чистые преданные, и только они входят в Царство Бога, чтобы увидеть Его воочию и служить Ему. Конкретный пример тому сам Нарада, достигший стадии вечного знания и вечного блаженства. Пути и методы достижения этой цели открыты каждому, но при условии, что человек согласится следовать по стопам Шри Нарада Муни. Согласно Шрути, Всевышний обладает безграничными энергиями. И все эти энергии относятся к какой-то одной из трех вышеупомянутых основных категорий. То есть душа, мы дживы, мы находимся посредине между материальной и внутренней энергией Господа. И в сторону какой мы обращаем внимание, соответственно, мы находимся либо в материальной иллюзии и заняты в мире эксплуатации, либо мы находимся в мире служения, в мире преданности, служим через внутреннюю энергию Верховному Господу. Это Атсу Самсу Читам Брамамс Тапат Трая Чикитситам Ятишваре Бхагавати Карма Брамани Бхавитам. О Браман Висадева, ученые люди пришли к заключению, что самое лучшее средство, излечивающее от всех тревог и страданий, посвятить всю свою деятельность служению Верховному Господу, Личности Бога Шри Кришне. О Браман Висадева, ученые люди пришли к заключению, что самое лучшее средство, излечивающее от всех тревог и страданий, посвятить всю свою деятельность служению Верховному Господу, Личности Бога Шри Кришне. То есть лекарство очень просто. Нужно просто посвятить всю свою деятельность, все свои мысли, все свои действия служению Верховному Господу. И так излечиться от всех тревог и страданий. Шри Нарада Муни на собственном опыте убедился, что самым подходящим и практическим средством, открывающим путь к спасению, то есть избавление от всех страданий жизни, является смиренное слушание, повествование о трансцендентных деяниях Господа из достоверного источника. Это единственный путь к излечению. Слушать повествование о трансцендентных деяниях Господа из достоверного источника. Материальное существование исполнено страданий. Глупые люди, обладающие ничтожными умственными способностями, изобрели множество лекарств, чтобы избавиться от тройственных страданий этой жизни. Страданий, причиняемых телом и умом, страданий, причиняемых силами природы и страданий, доставляемых другими живыми существами. Весь этот мир упорно борется за избавление от этих страданий. Но люди не ведают, что без обрения Господа ни один план, ни одно из этих средств на самом деле не принесет желанного мира и спокойствия. Лекарство, прописанное больному, не принесет пользы, если Господь не даст на это своего дозволения. Чтобы пересечь реку или океан, недостаточно иметь подходящую лодку, нужно еще и дозволение Господа. Нужно твердо усвоить, что Господь – конечная инстанция, дающая свое дозволение. И чтобы добиться в конце концов успеха или устранить все препятствия на пути к успеху, мы должны все свои старания посвящать Его милости. Господь всепроникающий, всемогущ, всеведущ и вездесущ. Он та высшая цель, которая дает санкцию на все хорошие и плохие последствия наших поступков. Поэтому нам следует научиться посвящать все свои действия Его милости и принимать Его либо как безличного брамана, либо как локализованную параматму, либо как верховную личность Бога. Кем бы ни был человек, он должен все посвящать служению Господу. Если он ученый, естествоиспытатель, философ, поэт и так далее, ему следует использовать свои знания для того, чтобы утвердить превосходство Господа.
Старайтесь понять, как действует энергия Господа в каждой сфере жизни. Старайтесь понять, как действует энергия Господа в каждой сфере жизни. Не хулите Его, не пытайтесь уподобиться Ему или занять Его положение, скопив по крохам знания. Если человек государственный деятель, правитель, политик, воин и прочее, ему следует утвердить верховную власть Господа в своих государственных делах. Сражайтесь во имя Господа, как это делал Шри Арджуна. Сначала Шри Арджуна, великий воин, уклонялся от участия в битве, но когда Господь убедил его в необходимости сражаться, Шри Арджуна изменил свое решение и стал сражаться во имя Господа. Подобно этому, если человек является бизнесменом, фабрикантом, землевладельцем и так далее, ему следует тратить заработанные своим трудом деньги для Господа. Всегда думайте, что накопленные вами деньги – это богатство Господа. Считается, что богатство – это богиня процветания, Лакшми, а Господь – Нараяна, супруг Лакшми. Старайтесь занять Лакшми служением Нараяне, и вы будете счастливы. Таким образом, можно познать Господа в любой сфере жизни. Но самое лучшее – освободиться от любой материальной деятельности и полностью посвятить себя. Слушанию повествования о трансцендентных играх Господа. Если, однако, у человека нет такой возможности, надо стараться использовать в служении Господу все то, к чему он чувствует особую склонность, ибо это путь, ведущий к миру и процветанию. В этом стихе заслуживает внимания также слово «самсутчитам». Не следует ни на мгновение допускать мысли о том, что осознание, пришедшее к Нараде, было игрой его детского воображения. Это не так. То, что открылось ему, постигают и искушенные, следующие ученые, и в этом заключается подлинный смысл слова «самсутчитам». «Самсутчитам» установлено учеными людьми. Джай, Шримад Бхагаватам Ки, джай. Все понятно? Вопросов нету? Хори Харая Нама Кришна Ядавая Намаха. Ядавая Мадхавая Кешавая Намаха. Гопал Говинда Рам Шримади Судана. Thank you.
Джайси Прикараши Ши Гуру Гуранга Ганхарва Гирит Хариджи Ки Джай. Джайси Гири Рашгавард Хам Ки Джай. Джаом Вишнупад Парамахамса Париврадзи Качарья Варештатара Шташи Шимад Бахти Сундар Говинда Дев Гасвайя Махараш Ки Джай. Джаом Вишнупад Парамахамса Париврадзи Качарья Варештатара Шташи Шимад Бахти Ракшакшидар Дев Гасвайя Махараш Ки Джай. Бхагаван Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур Прабхупада Ки Джай. Джаом Вишнупад Шрила Гаур Кишор Дас Бабаджи Махараш Ки Джай. Джаом Вишнупад Шрила Сачитананда Бхактинада Такур Ки Джай. Джаом Вишнупад Шрила Джиганатха Дас Бабаджи Махараш Ки Джай. Ширупану Гуру Варга Ки Джай. Намачарья Шрила Харидас Такур Ки Джай. Ананд Коти Вайшнава Ринда Ки Джай. Шри Бхадева Видья Бхушана Ки Джай. Шрила Вишванатха Чакравати Такур Ки Джай. Шри Нароттам Шримананда Шринивас Ачарья Прабху Ки Джай. Шрила Вриндаван Дас Такур Ки Джай. Шрила Кришнадас Кавираджа Ки Джай. Садха Госвами Вриндавана Ки Джай. Сапаршада Шри Нитьянанда Прабху Ки Джай. Сапаршада Шриман Махапрабху Ки Джай. Джай Шри Шри Рада Кришна Гопи Гопинат. Шьяма Кунда Рада Кунда Гири Гвардхана Ки Джай. Шутха Бхакти Вигнавинаша Шинри Симха Дев Ки Джай. Бхакта Прабара Прахлада Махарадж Ки Джай. Туласи Махарани Ки Джай. Ганга Ямуна Жи Ки Джай. Гранта Радж Шримад Бхагаватам Читания Чаритамрита Ки Джай. Вишу Вайшнава Раджа Сабха Ки Джай. Шри Читания Сарасват Мат Ки Джай. Шидам Майпур Ки Джай. Шидам Навадвип Ки Джай. Бриндалан Пурушатан Хам Ки Джай. Баладева Субхадра Джиганатха Жи Ки Джай, Сумайетта Вайшнава Мандала Ки Джай, Сумайетта Бахта Варинда Ки Джай, Харинам Санкиртана Ки Джай, Джавам Вишнупад Шрила Бхакти Бимала Вадут Махараш Ки Джай, Джавам Вишнупад Шрила Бхакти Судхир Госвами Махараш Ки Джай, Джавам Вишнупад Шрила Бхакти Нирмала Ачарья Махараш Ки Джай, Джавам Вишнупад Шрила Бхакти Раджан Мадхусудана Махараш Ки Джай, Шри Читания Сарасват Мат Ачарья Вринда Ки Джай, Джай, Шрипад Бхакти, Шрипад Виджараман Прабху Ки Джай, Джава Вишнупад, Джай Шрила Бхакти, Махавир Махарадж Ки Джай, Джай Шрипад Бхакти Ашрая Данди Махарадж Ки Джай, Джай, Шимати Бхакти Лалита Деви Ки Джай, Джай Вишнупад Вишварением Шрила Чай Бхакти Дам Свами Прабхупад Ки Джай, Джай Шри Гуру Парампара Ки Джай, Джай всем преданным Ки Джай, Джай Божественном Месяце Шри Парушоттам Ки Джай, Нитай Гоур Примананде Хари Гоу. Хари Кришна, дорогие преданные, это наша дневная программа закончена. Вот, встретимся, наверное, вечером. Всем наши поклоны, дандавата, удачного духовного дня. Хари Кришна.